27 районе 60 минут. Хорошо. Брат, у нас мегакрипы, если что, на 20-й минуте были. Можно меня простить, потому что я с базы не выходил с 20-й минуты? И у меня левела немного нету. Ну, я 40 минут депу мегакрипов, с 20-й минуты буквально. Буквально с 20-й. Буквально с 20-й мегакрипы. Что такое UpX? Это кейсы, ставки на спорт, слоты, уникальные режимы. Добавим к этому ежедневные бонусы, и мы получим лучшее место в интернете. UpX – лучше, чем секс. О, теперь против меня снайпера. Блин, там такой мерзкий пик, господи, Рики, вот эта хуйня, господи. Господи, вот это... 20-0 арки было, сейчас будет. Ну что, всем подряд... Всем подряд побед... Ой, побед... Всем побед подряд на рекордане, парни. Так. Битва начинается. Все, парни, в Зитракс моде. Опа, медовый... Блять, это хуёво, это очень хуёво. Это очень хуёво. Этот герой буквально... Буквально меня в ноль разваливает. И тут не надо быть гением на ДБ, чтобы меня выебать. Это очень-очень хуёво, что у меня ДБ на миде. Я не знаю, парни, я уже говорил, что это хуёво. Это просто пиздец как хуёво. ДБ на миде против Вардена, это почти без шансов для Вардена. Он сейчас апнет 2 левела, я буду умирать под вышкой своей. Пиздец. Ладно, мне придется сыграть лучше, чем я играю. Иначе я не выиграю. Мне реально придется сыграть лучше, чем я играю, если я хочу выиграть. Там у чела 90% винрейт на аккаунте, если что. Вроде у меня смурф на ДБ. С 90% винрейтом. Я постараюсь показать все максимум. Так. Курьер сил света. Ну вот, суть героя, вы поняли. Я проебал половину хп, несмотря на то, что я стою под своей вышкой. Блядина на ДБ. Ну смотрите эту хуйню, у меня уже нет хп. Я стою под своей вышкой, он давит под вышку, чтобы... Ну блин. Ну это вообще не прикольно, вообще. Чем меня хуярит именно под моей вышкой? Ну, да. Это должно было случиться рано или поздно. Ну, не знаю, меня теперь по КД может убивать. При том, что я регена принес нормально, я вообще не получил от него урона. Просто у него герой наносит 500 дэмэджа под вышкой по КД. У меня герой не способен, ну, нанести столько же дэмэджа в ответ, блядь. Ладно, нужно немножко потерпеть, на самом деле. Просто чуть потерпеть. Из хорошего моя команда вроде бы идет линии. Если ДВ пойдет по разным линиям бегать, то у меня все охуенно будет. Мне нужно чисто капли. Мне не помогут капли, брат. Там периодический урон, понимаешь? Парни, помогите, мне очень хуево. Ладно, нормально уже. Можно убить ДБ на миде, кстати, если плюс один будет. Спасибо большое, брат. Это очень важно. Хорош. Окей, у меня сейчас медасик будет. Это классно. Так, главное сейчас хуйни не сделать. В лесу уже добьем. Бред, просто бред, просто бред. Ну просто бред, он был в смоке, я задолжил его скилла, ему кинул слон, меня все равно убил. Просто бред. Ну просто бред. Блять, меня тут в лесу подперли. Ладно, пойду аншентом убить, чтобы Лина пиздить. А, он не умрет. Я зря льту прошел, получается. Бля, ну блин, я двойную поставил, не хочу это сосать. Я реально поставил двойную. А нас. А я не могу выфармить ничего после медаса. Меня просто пиздят. Парни, ну ёб твою мать. Нет, это вообще не вывоз. За мной бегает Рики в лесу, на нем брейкер тпшится. Что это за игра? Что? Что не так с этой игрой? Почему это самая сложная игра в мире? Я в максимально безопасную позицию, вот уже меня там пиздят. Во втором лесу тоже всех пиздят, везде всех пиздят. Просто везде всех пиздят, все бегают и пиздят. Урса по Талфури еще и собирает, блядь.
Это очень хуёво. Он не сможет драться, если бы у него был хотя бы... У меня молнии нету на 12-й, при том, что у меня медас на 7-й. Да, реально, можно карту прикрыть, я что-то подумал. Что-то за мной слишком дохуя бегают, мне так спокойнее будет. Так, на боте пачка крипов. Ух ты. Неужели я смогу ее убить и не сдохнуть? У меня давно таких сложных игр на арке не было. Что именно я не могу вообще нихуя сделать. Что нас пятером просто бегают и пиздят по всей карте. Окей. Окей, пришел Рики опять с брейкером. Да какую пику я не могу тапок нафармить? Я не могу нафармить тапок. За мной бегает по лесу Рики, на нее тэпается брейкер. И они так меня просто убивают, пока да. Мне страшно. Блин, мне страшно. Я ухожу, наверное. О, если на топе сейчас файт будет, это охуенно. Ладно, иллюзии попробуем. Ой, хорошо, что я не показался, ебать. Меня эта хуйня ждала уже. Нет, нет, нет. Ну, блядь, ну... Ебать, вторая была, видели на этом, типа, ну... На подбеге. Не надо, смог отмечать ставить. Пиздец. Что за гении? Что за гении? Так, это машин с тревела купить, кстати. Мне нельзя пиздец, мне нужно тревела добрать. С тревелами я смогу хотя бы линию чуть-чуть фармить. Чуть-чуть линию фармить. Так, неплохо, неплохо. Тревела на 95-е. Ну это просто стрим-снайпер ебучий. Типа, тут нет вижена, тут нет вижена. Он просто как который раз на ноу-вижене вкатывается. Он просто в ноу-вижене берет и вкатывается меня на своей хуйне. Ладно, я все равно это выиграю, но типа, просто... Просто не прикольно. Под фонтаном, правильно? Правильно. Ты один стоит нахуй. Да, ну ладно. Бывает. Не доиграл, парни, сорян, у нас Т1 стоит, меня что-то под Т4 пиздят, когда у нас Т1 стоит. Ну, правильно. Здесь тоже... Я ненавижу этого чела на Primal Beast. Я просто ненавижу. Где бы я ни стоял, под каким бы центрем я ни стоял, он всегда меня... Вообще можно пользоваться. Бежит, правда. Бежит для Дина, блин. Даже не стесняется, что снайпер, просто даже не стесняется, пишет, что на снайпере в прошлое я играл. Но даже не стыдно долбоебам. Даже не стыдно долбоебам, просто... Играешь без задержки с открытой мини-картой, челам вообще не стыдно, они просто в No Vision тебя хуярят 10 раз за игру. Сколько секунд тут простою, интересно, пока меня не запиздят. У меня позиция вообще не парится. Ну, чисто в теории, но меня тут нереально найти. Все, они перестали меня пиздить по всей карте. У меня есть 20 секунд на контент. Все, лечу, сейчас будем дефать, сейчас полегче будет. Все, у меня наконец-то КД на поле нормальное. Нет, нет, ну только не... Нет, ну нет! Нет, 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 ну, блядь. Блядь. Ну какое блядство. Я стоял вообще в жопе мира, опять меня запиздил. Ладно, у нас хоть один барак выстоит, по идее. Может, он его запиздит даже? Да что такое, блядь? Брат. 5 секунд под эхо враг. 5 секунд под эхо враг, 5 секунд просто. Прыгни на него, пожалуйста, прыгни.
Пожалуйста, прыгни, пока барак не упал, пожалуйста. Ну, у нас мега крипы, блядь. Заебись. Что это за хуйня? Ладно. Помогите. А глобал, глобал. Теперь без боя. Но ее убили. Сейчас чел, сейчас чел на сайте. Но у меня бая нет. Если я выйду с базы, на меня прыгнет просто брейкер под Рики, я умер. Ну, это конец будет. Парни, у нас есть шанс до секрет-шопа подойти как-то? Курьер. Не, курьера меня убили уже. Ну, блядь, спок. Хорош, хорош. Парни, помогите до секрет-шопа подойти просто. Помогите, плюс. Так, я 25-й. Ты что-то не туда упал, блядь. Меня сразу. Кто глиф нажал? Нахуя? Парни, зачем? У нас даже никто базу не бил. Вы чё, ебаны? Вот, просто минус глиф по фану. Прикольно. Удивительно, вы заметили, что мы начали побеждать уже? Кто-то заметил? Ну что, идет 20-я минута дефа мегакрипов. Парни, отойдете? Что, вы с бами хотя бы? Две секунды бай. А он не баялся, это единственный, кто с баем у них, кстати. У меня опять нельзя с базы выходить теперь. Пиздец. Парни, аккуратно, вы же без баев, куда вы это? Ну они-то тоже, но у нас ситуация похуёвее. Не знаю, мне надо каких-то крипов побить подороже, за этих просто денег не дают даже. Парни, вы без баев, уверены, что он того стоит? Это может быть наш последний файт.
ебнул. Все без лайв. Он угонил на базе рефреша. Блять, сложно, я уже путаюсь. Ладно, в саре снова уже полегче. Пошел контент. Правильно? Игра начинается на 95-й минуте. Хорошо, что у них эта хуйня тильтанула с 26 киллами. Хорошо, что она тильтанула. Так, а может он тут? А где он? Снайпера убили. Охуенно. Охуенно, охуенно. Идет 35-я минута мегакрипов. Наконец-то мы начали побеждать. Сука, я уже так устал. Я уже так устал этих мегакрипов гасить. Как же хочется, знаете, какую-то, ну, обычную каточку. Такую нормальную. Закачал на гигачате. Но у него либо Steam вырубился, либо свет вырубили. В любом случае... Знаете, это карма. Вот кто смотрел эту игру «Сфера Винути», помните, как он меня это, ну... Как он меня просто в ноу-вижене. Я стою под вардами, куда бы я ни шел, он просто на меня с разбега убивает всю игру. Это стрим-снайпер. Это карма, парни. Нехуй стрим-снайпить, как говорится. Бля, парни. Мне нужен плюс один на Д, чтобы я мог иллюзии отправлять. Парни, мне нужен плюс один, чтобы на базе был, тогда я могу иллюзию к вам прислать. Иначе я не могу иллюзию прислать. 10 секунд до высадки, через 10 секунд пришлю. 5 секунд, ребята, отправляю. Отправляю, товарищи. Я как же я устал. Господи. Блять.
27 уровень 60 минут. Брат, у нас мегакрипы, если что, на 20 минуте были. Можно меня простить, то что я с базы не выходил с 20 минуты? И у меня левела немного нету. Ну, я 40 минут депу мегакрипов, с 20 минуты буквально. Буквально с 20. Буквально с 20 мегакрипы. Давайте, парни, давайте все баи будут, а потом куда-то идти. У нас Руса без бая, понимаете? О. Сам можешь идти куда-то. Хорош, 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 лучший. Это мой керри. Кстати, нейтралочки, парни, давайте по фасту. Парни, надо нейтралки выбить и не дам им вип, и не дать им выбить. Стим упал. Так это последняя игра? Так у меня последняя игра на всем твиче получается. Больше не будет. Бро, give me the item, give me the item, please. It's very cool on my hero. What the fuck? О, ну чё, неужели? Можешь встать на царь вперед, чтобы Кимара видеть? Он накидал меня. Карандам сейчас будет чел. Ловём тебе мне вообще. Она их даже не контролит. Охуеть. Чё, мы ничего не сделаем в итоге? Вы тоже отдадушим их на бай. Куда? Я не знаю, это пиздец. У меня типа с талантом, Октарином, КД на Некрономиком. Айбайк, там броники зашел. А че, вы байбайк играть не будете? Я не байбайк. Да, не могу достать лицом. Ой, бьет, сейчас на ответ. What the fuck? Блять. Что происходит? Это что такое? Это что такое? Охуеть. Я не мог кастовать ничего, у меня бутрон сейчас. Ебать, гений на рике. Но! Что с ебалом? На 20-й минуте мегакрипы были, блядь. На 20-й, на 20-й. Вообще похуй. Изи. Но я двойные не проебаю. Ты что, ненормальный? Сука, долбоебы не засчитали, ну. Спасибо, Габен. Спасибо.